Ребятки, какой ветер! Ветер! Ура! Какие тучи, смотрите! Какая красота! Наконец-то у нас раздует всю жару хотя бы на денек. Это там школа. Смотрите, как деревья аж наклоняются, бедные. Листья как летят. Тучи какие! Какая красота! Ура! Вон оттуда ветер идет. Постепенно, постепенно, постепенно. Сюда еще не дошел. Кругами. А там где-то крыша гремит. Школу строят у нас тут. На стадионе. У нас тут школьный стадион был. Такой классный, блин. Сейчас вот забор стоит вдоль. Ого, ого. Я не знаю, слышно меня или нет. Микрофон-то, наверное, задувает. Ну, не факт, что будет еще дождь. Потому что оно может просто вот так подуть, раздуть, и на этом все закончится. Ураган, буря. Ой, птичка, птичка, ее ветром сносит, бедная. Я что хотела сказать, поле у нас тут сейчас не видно ничего, деревья. Вот там поле, короче, у нас было, стадион, школьный стадион. Вот, и там и баскетбол, и футбол, и волейбол, и брусья, там как бы спортсмен, для спортсменов, да, площадка, все было, лавочки. Короче, все было. Люди гуляли каждый вечер, наслаждались, да, спортом занимались, а потом взяли, поставили вот этот забор вдоль, вон аж туда-то, туда. И начали строить школу. Нашли, как говорится, свободное место, блин. У нас и так две школы, 27-я и 6-я, а это от 6-й школы еще продолжение ставят. Это капец, короче. Ладно бы, если бы они поле, как бы... не задели, а там у нас садик, вдоль садика, короче, на кусочек поля вылезли. И теперь, как говорится, ни себе, ни людям, что будет дальше, не знаю. Жалко поле. Смотрим, в общем. Вот такая вот классная у нас буря. Сегодня 6 июля. Супер. Как пахнет, какой аромат, аромат листьев, и вроде как дождиком пахнет, ну посмотрим, как будто осень, запах осени, но до осени еще далеко.